Колядки – это рождественские обрядовые песни и стихи. Их принято исполнять от Рождества до Крещения. Именно распевая колядки, наши предки посещали соседей, суля им богатый урожайный год, а за свои старания получали различные вкусные угощения и даже деньги. И это приходилось на период святок – с 7 по 19 января. Все ходили по домам. Колядовщики в один день ходили одни, в другой день другие. По сути, в деревне все обменивались колядованием. Все друг к другу ходили в гости. А после этого все собирались в складчину и отмечали колядки, святки. Фольклорный ансамбль «Веснянка» чтит традицию предков и изучает русскую культуру. В период святок ребята ходят колядовать по городу. Перед этим они репетируют сценки и используют главный атрибут – козла. Гладить козла всегда было принято на святки. Это к счастью, к добру, к богатству. Козу в деревнях почитали. Много места не занимает, прокормить проще, чем корову. И молоко дают, и мясо, и шерсть. У веснянки он древний, деревянный, самодельный. Образ козла важный в святочных гуляниях. И обязательно входили в дома вот с этим животным, ну так называемым, да? И он сулил обязательно счастье, богатство, здоровье. Люди гладили этого козла, загадывали желания, все исполнялось. Мы до сих пор этим правилам и следуем. Надевайте платья, святой вечер, добрый вечер. Колядовать можно и сейчас до 19 января, особенно если вы живете в поселке, деревне, СНТ, но, как показывает опыт Веснянки, и в центре города можно. Главное взять мешки для подарков и гостинцев, надеть яркую одежду. Это дедовские шубы, тулупы, павлопосадские платки, валенки, мишуру, маски животных. Выучить песни или включить их в колонки и задорной толпой пойти веселить себя и соседей. Считается, что в период святок нельзя ссориться и занимать денег. Это может привести к финансовым трудностям. Под запретом грустить и унывать – это привлечет негативную энергетику. Чтобы в холодные, зимние, долгие дни не хандрить, наши предки веселились, плясали и гуляли. И нам ничего не мешает. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.